Меня зовут Свет Татьяна. Я работаю контролером энергоснабжающей организации Борисовского городского района электрических сетей. Моя работа заключается в осуществлении плановых обходов бытовых абонентов, многоквартирных домов, а также жилого фонда частного сектора. Я именно тот контролер, который хожу по квартирам и по домам и снимаю показания счетчиков. К 8 утра я приезжаю в Борисовский городской район электрических сетей, прохожу целевой инструктаж, получаю задание, дневное задание, ведомость обхода плановых абонентов и выезжаю к своим абонентам. Коллектив у нас достаточно молодой. Все женщины, девушки. Работать контролером и снимать показания со счетчика, я считаю, что это чисто женская профессия. Мужчины должны заниматься мужским делом. Моя профессия интересна в том, что приходится беседовать с абонентами и в частном секторе, и в многоквартирных жилых домах, пояснять людям то, что моя работа связана именно с контролем, чтобы люди понимали, как правильно применять дифференцированные тарифы. Немножко сложности состоят в том, что когда в частном секторе работаем, то приходится сталкиваться с представителями флоры и фауны, то есть собачки. Поэтому немножко осторожничаем. Контролером я работаю уже 1,5 года. Работа мне нравится. Она приносит мне как бы удовлетворение в том, что это общение с абонентами, это работа на свежем воздухе. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.